чем у нас занимаются дети. Ксюша готовит букет своему классному руководителю на 1 сентября. И получается очень классно. У меня здесь три шоколадки Риттер Спорт, Марс, Твикс и Сникерс. И еще мед сделаем, или это уже будет лишнее? Да лишнее, нет. Класс, да, получается? Очень здорово. Ну, свет видишь какой? Дай-ка вот так вот покажем. Крутяк. И это еще не все. Пойдем искать скотч. Кстати, я могу еще быть. Чем? Я так буду делать. Так. А там не нужен скотч? Шедевр. Готов. Тихонько сзади подержи. Идеально. Ну-ка, давай сзади тоже приклеим на скотч вот так. Поверни как вроде. Вот так. Все. Так, ложи. Ждем зимы, называется. Машуля, как тебе нравится? Классно, да? Ну что, пока-пока. Провожаем лето, скоро зима. Вот Ксюшеньку провожаем на 1 сентября. Она запретила нам ехать на линейку. Ну вот такая у нас красотка. Восьмиклассница. Клево, зато букет — самый лучший подарок, сделанный своими руками, да? Давненько мы не гуляли с козочками. Вот решила их выгулить. Здесь еще растет очень вкусная ранетка. Халвуша, ранетку любишь? Есть свежие деревья, она вот ест сухое дерево. Впереди зима, у меня припасены для тебя веники. Набелька. Умнее халвы, ест свежие листочки. Ух ты! Козы вот исцарапали весь соседский забор. Гараж. Анабель, мне придется красить. Здрасте. У нас классные еды. Я пришел брать их. Сейчас там остатки сберу. Ну, это чуть-чуть зеленый. Хорошая. Да. Точно. Нравится тебе на огороде возиться, да, Миш? Да. Машуль, вот видишь, брат что делает? Огородничает.
ствола. Мам, на эту можешь принести? Конечно. Да. Мама, мы не любим собирать дыню. Ваша это колючая? Вот зелененькая еще. О, сколько желтых, посмотри, вот. Да. Вот, вот эту точно давай соберем. Потому что она уже открыта. В этом году, конечно, урожай не такой, как хотелось бы. Что, зайчика? Лопнуло. Ну и что, давай сейчас курочкам тоже дадим. Ну да, там съесть будет. Конечно.